Здравствуйте, дорогие друзья! На обзоре у нас монета 3 рубля 1992 года, посвященная Международному году космоса. Монета выполнена из медного никелевого сплава. Исполнение проф. Вес 14,35 грамма. Диаметр 33 миллиметра. Гурт с надписью 3 рубля толщиной 2,3 миллиметра. Московский монетный двор. Тираж монеты 1 миллион экземпляров. 600 тысяч обычное исполнение, 400 тысяч пруф. Ну, видим изображение женщины на фоне звезд, выпускающую звезду из рук, силуэт Земли, ну и звезды вокруг, и надпись «Международный год космоса». По решению ООН 1992 год был объявлен годом космоса. Тогда отмечалось 35-летие начало освоения космического пространства. Точкой отсчета начала освоения признано во всем мире 4 октября 1957 года, когда СССР осуществил запуск первого искусственного спутника Земли. Потом были другие спутники, полет человека в космос, первая женщина-космонавт, стыковки, групповые полеты, международное сотрудничество. Ну, далее. Монета планировалась к выпуску еще в СССР, но все пошло иначе. К моменту ее выхода была уже другая страна. И не было определенности с государственным гербом Российской Федерации. Ну и герб заменило изображение собора Василия Блаженного, других соборов Кремля, ну и башни Кремля. Надпись «Банк России», символ банка в правой стороне символ Московского монетного двора, номинал 3 рубля и мелкими цифрами 1992 год. Такая вот монета, друзья мои. Так называемая молодая Россия. Всего вам доброго и удачи!